Проведем испытание усиленных бокорезов марки Ликота, производство Тайвань, и усиленных бокорезов марки Книпекс, производство Германии. Бокорезы обоих марок изготовлены из легированной стали. Режущие кромки имеют индукционную закалку. Ручки имеют эргономичную форму, изготовленные из двухкомпонентного материала. Для испытаний используем стальную каленую проволоку диаметром 2,5 мм. Проволоку медную диаметром 3 мм. Заклепку стальную, незакаленную, 2,8 мм. Электрод тройку. И две разновидности каленых саморезов. Итак, приступим. Берем бокорезы Книпекс, пробуем перекусить медную проволоку. Кусаем. Следов деформации на рабочих кромках не осталось. Берем бокорезы Ликота, пробуем сделать то же самое. Кусаем. Следов деформации на рабочих кромках не осталось. Теперь берем стальную каленую проволоку, бокорезы Книпекс. Кусаем. Следов деформации на рабочих кромках не осталось. Берем бокорезы Ликота. Кусаем. Следов деформации на рабочих кромках не осталось. Берем электрод тройку. Бокорезы Книпекс. Кусаем. Следов деформации на рабочих кромках не осталось. Берем бокорезы Ликота. Пытаемся сделать то же самое. Кусаем. Следов деформации на рабочих кромках не осталось. Берем бокорезы Книпекс, стальную заклепку некаленую. Кусаем. Следов деформации на рабочих кромках не осталось. Берем бокорезы Ликота. Пытаемся сделать то же самое. Кусаем. Следов деформации на рабочих кромках не осталось. Теперь попробуем перекусить два каленых самореза. Берем бокорезы Книпекс. Кусаем. Следов деформации на рабочих кромках не осталось. Берем бокорезы Ликота. Пробуем сделать то же самое. Кусаем. Следов деформации на рабочих кромках не осталось. Пробуем сделать то же самое с другим саморезом. Берем бокорезы Книпекс. Кусаем. Следов деформации на рабочих кромках не осталось. Берем бокорезы Ликота, пробуем перекусить тоже саморез. Как вы видите, следов деформации на рабочих кромках не осталось. Теперь после проведенных испытаний давайте внимательно изучим рабочие кромки бокорезов обоих производителей. Бокорезы Книпекс имеют незначительные повреждения в виде царапин, которые никак не повлияют на дальнейшую работу. Бокорезы Ликота также имеют незначительные повреждения в виде царапин, которые никак не повлияют на дальнейшую работу. Как мы видим, и те, и другие бокорезы
достойно выдержали испытание. Видимые повреждения режущих кромок отсутствуют. Заметны только следы, которые никак не повлияют на функциональность инструмента. Давайте проведем с вами еще один тест. Возьмем бокорезок Nipex. Попробуем перекусить кусочек бумажки. Как видите, это у нас получилось без труда. Возьмем бокорезы Ликота. Попробуем сделать то же самое. Кромки все такие же острые, можно сделать вывод, что инструмент обоих марок качественный и соответствует характеристикам, заявленным производителем.